Привет, ребят, сегодня хочу рассказать, как правильно играть на Classwax Invoker. До этого у меня был ролик на Exert Invoker, который довольно-таки много просмотров набрал. Музыку потише сделаю. А теперь Classwax. Когда берется Classwax Invoker? В основном это либо если против вас будет гангающая дабла трипла, либо там тенивисп какой-то против вас будет стоять, либо вы стоите против Эмбера. Я взял, ну это полный контрпик. Почему? Потому что вы с помощью торнадо сбрасываете первый скилл Эмбера, третий скилл Эмбера, то есть щит. Берем против героев, которых нужно пуржить. Против Эрки тоже хорошо, потому что торнадо пуржит Виндран. Как будем собираться? Собираем сначала два Blade of Attack, и из них делаем фейзы. Либо еще можно линию стики донести. Но я думаю, что нам дадут пофармить крипов, и все получится. Основная проблема этого героя в том, именно Квасвексова, что у него очень мало урона в начале. Поэтому, если вы хотите конкретно научиться играть на нем, то для начала потренируйте Last Hit с Квасом. У вас будет мало урона, но вы, если постараетесь, у вас все получится обязательно, я гарантирую. Сила Classwax Invoker получает в тот момент, когда получает левел 5-6, он и физы, то есть он дает тычки под колдуны, по-моему, у него есть торнадо и МП, то есть пара скиллов всего. Эмбер в миде, у него есть стики, не знаю почему, наверное, думаю, что против Кая пойдет, но неважно. Я лишь как факт скажу, что стики бесполезны против Classwax Invoker. Крипа первый не добил, ну, очевидно, из-за того, что урона не так много у него, у Invoker. Не вижу, сколько хп... Блин, это там провально, что я только что не видел, сколько хп у крипа. Мало урона очень. Кулснеп должен снять с него щит. Не снял щит, но неважно. Главное, что он просил по хп, у нас класс регенит, его нет. У него нет класса. Как же тяжело добивать крипов. Вот я как говорю, что, ребята, если вы хотите вот научиться на нем играть, вот конкретно нужно научиться добивать крипов на нем. Это очень сложно. Какие-то задроты на нем умеют. Я на нем играю от силы игру 15-ю, но нужно больше игр, чтобы научиться добивать крипов на таком инвокере. С визами проблем не будет у нас, с визами проблем не будет. Вот я точно знаю. Ага, интересно, он будет без чинов играть? Видимо, без чинов собирается играть. То есть вот так вот сбрасываем щит каждый раз и убиваем после этого. Он думал, что у него он будет не получать урон, но увы, получил. Но вообще слабо какой-то, Эмбер против нас играет. Ну, квас на двойку, чтобы регениться на миде получше. Вообще, тяжело очень. Надо кларить, привести себе танго. Ну, так вот, докупим. У нас нет сейчас мана на торнадо, поэтому нужно поосторожнее сыграть. Вот, нет мана на торнадо. Пусть запушит линию, нам будет отлично. Мисс, конечно же. Можно еще мисс, пожалуйста? Жаль, что... О, мисс... Мисс... Ну, это я играю просто в доту, это нормально. Резунили мою курицу, конечно же. Но это сразу видно, что играю я. Крипы не добиваются. Кура не юзается. Течка в команде. И мисс на ХГ. Ну ладно, мы с таким выигрываем все время. Обидно, конечно, что мне постоянно так не везет, но что поделать. Дай мне курицу, хеллоу. Yes. Мидер без курицы стоит. Заблокированной курицы, точнее. У него и так проблемы, руки жопы растут, а вы еще и курицу отбираете. Сейчас есть торнадо, поэтому все. Теперь, когда у нас есть уже одни Blades of Attack, мы можем... Сбрасываем щит у него. Можно было, конечно, пробовать нажать сейчас Cool Snap, но я подумал, что не хватит урона, поэтому решил лишний раз не рисковать. Выпьем Clarity. Видите, сбрасываем щит без проблем этого эмбера. И постоянно даем тычки на линии. В этом сила тоже этого эмбера. Даем тычки на линию. Мне не нужна помощь. Единственная помощь, которую он мог бы мне тут предоставить, это не юзать курицу. Я бы уже обрадовался такой помощи. Но это сложно, конечно. Ну ок. То есть, когда мы добиваем крипов, стараемся пробежать на вайт, чтобы атака была быстрее, когда мы стоим просто на квас. Возможно, наверное, сейчас квас на троечку, чтобы кулснеп лучше прокол. И пробуем убить эмбера уже с пятым левелом, это можно сделать. Пятый левел, почти фейзы. Да все нормально, на самом деле. Квасвек Синвокер хорошо терпит и практически не нуждается в серьезных айтемах. То есть, ну, ему достаточно купить вот... Кларити может двигать мне иллюзиями. Там уже мана фуловая, мне пофиг.
Блин, на самом деле, я хотел бы чаще убивать, одного раза мало. Все, прикладываем веточку для того, чтобы было больше статов. Так, физы нам нужно купить. Фармим стик, везем себе физы стик и уже с физами убиваем. Потом покупаем урну. Будем сейчас пытаться убивать. Не, без физов не убьем, проблема. Без физов не убить его. Типа без сапога я просто не догоняю его. Все, теперь есть возможность. Хотя он теперь без маны стоит в миде, можно постоянно подтыкивать его. Да, он неплохо сейчас сделал. Ну как неплохо, просто почему я по хп прохарасил, но я косвексовый, мне все равно. Пытаемся. Ну, постоянно давайте тут тычки с фейзами, они очень болезненно ощущаются. А у него еще и щитка нет, поэтому нужно постоянно тыкать его, прям тыкать. В этом сила Косвекс Инвокера. Потом уже с фейзами легко крипов добивать становится. Мог пробовать задавить за ним, но не, решил не делать этого. Я просто, ну, я прохарасил его, потому что придет на базу. А я на квасиках постою перегенюсь. В этом сила Инвокера этого. Видимо, не рассчитал, что у меня будет Fairy Fire и стики. Ну ладно, не умеют айтемы чекать людям. Квасы прокачали, еще 2-0 у нас. Ну все, теперь нас не остановить уже будет. Купим урну и закончим эту игру. Урну. Для чего урну? Потому что она круто стакается с кулснэпом. Кидаем урну, кулснэп, противник бесконечно колбасится. Ну, я имею в виду, конечно, до момента окончания кулснэпа. Прикольно, когда мы переключаемся на квас, на три кваса и танга, по 30 хп реген в секунду. Посмотрите, сколько он регенится, как будто под фонтаном стоим. Это просто жесть. Кларити купим еще на мид себе. ТП-шку покупать не буду. Инвокер, кстати, в будущем после Арчида покупает... О, в будущем после урны покупает два варианта айтемов. Либо ты покупаешь урну, либо ты покупаешь грыжину. Хотя грыжину урну можешь пробовать купить, но я не считаю, что это супер топ. Но лучший вообще артефакт это арчит на него. Мне не хватает одной маны. Там у него около 10 хп осталось. Барыш на меня бежит. Я убью его, кстати, с башни прокнет. Пытался меня связать, ну и тут нормально. Главное, чтобы урна зарядилась, все, урна зарядилась. Блять, он меня сбил кларити, господи. Я просто думал, что у меня видео. Слушай, теперь есть урна, есть кларити, есть урна, есть кулснэп. Все, теперь будет круто. Растяжки тут хорошие стоят у нашего Кикиза. Кстати, почему я не стримлю эту игру? Вы сами прекрасно понимаете, наверное, потому что я не могу стримить. Все мои стримы блокируются. Такой великолепной компанией Valve. Я не могу играть в доту. Только вот так вот записывать и радовать вас потенциальными видосиками. Пытаюсь на этом аккаунте как можно больше стрекануть побед. Не получилось добить крипа, брат. Я тоже, увы. Дальше уже покупаем себе арчит. Но арчит, ребят, важно не просто вести себе целый, как вы любите, а то есть именно пишем арчит и добавляем сюда. Мы уже есть возможность покупать такие робы. Робы дают нам урон, то есть интеллект. Интеллект или инвокер — это урон. Покупаем себе эти робы, они очень много дают. Так, нам нужно что? Нам хватит кулснэпа торнадо, только не хватает маны на него пока что. Да стоп, хватает, что я несу? Но он не подходит, поэтому неважно. Подойдет, в следующий раз умрет. Боится он у нас, боится. Придем себе второй робу. Я хочу убить его. То есть так работает кулснэп плюс урна. Видите, бесконечно прокает, заряжаем себе урну. Второй роб приносим, теперь у нас много урона с руки, плюс кларити еще приведем, чтобы отрегенить ману. Так как прошлый кларити мне благополучно сбила ВР-ка. Окей, у нас сейчас будет 10 левел, что там с таланты? Торнадо и метеор. Я думаю, что профит не просто взять кваса и с квасами бегать. Чаще кулснэп будет прокать. Окей, ТПХЦМ, продумаешь, что он бессмертный. Убиваем кларити, берем роба, еще раз убиваем его. Берем квасики. Торнадо, кулснэп, урна, все. И у нас нет эмбера. То есть
Так работает, это очень простой инвокер. Раньше, я помню, когда он был балансным, когда еще CoolSnap был не фикшенный, эту херню обузили. Потом пофиксили CoolSnap, сделали послабее квас вначале, и сделали меньше интеллекта, и инвокер стал не такой сильный. Но в любом случае, против Эмбера он все еще имеет право на сегодняшний день на жизнь. Сейчас, правда, даже на хайп-тест можно увидеть экзортовых инвокеров против Эмбера, но я считаю, что зачем брать экзортова, когда можно так квексовым, да, унизить. Значит, мы унижаем. Нужно лететь на базу. Давайте попушим лучше башню. Один обливан став дает нам, кстати, 10 интеллекта, это урон. 10 урона, это тоже урон. Скорость атаки, это тоже урон. И регенерация маны, то есть просто миди пофармим чуть-чуть до одного обливан стафа. И потом уже не придется бегать на базу, потому что хп у нас регенит с помощью кваса, а мана у нас будет регенит с помощью обливан стафа. Таланты брать пока что не будем, потому что, ну, зачем нам торнадо, зачем нам метеорит, если метеорит у нас еще быть по априори не может. А торнадо нам длительность его не особо важна. Забираем башню, если подходит, кидаем торнадо, кулснеп. То есть вот кидаем торнадо. Кулснеп, урна. Он бесконечно у нас в кулснепе будет, можем догонять его под фейзами, большие тычки у нас будут. Тычки большие. Ренант он не кидает, но он не мог бы кинуть. И там можно еще подкидывать наверх ЕМПшку, но против Эмбера это и так работает. Кулснеп, торнадо, то есть, ну, сами знаете, торнадо, кулснеп, урна. Комбинация очень простая. Все, взем себе уже половину арчида на 10 минуте, довольно-таки неплохие тайминги, но могли быть лучше, если бы я сыграл бы именно в начале по крипам лучше. Я очень много пропускал. То есть ГПМ не такой запредельный, просто буду убивать всю карту сейчас. Окей, ну мы не будем брать талант, возьмем дальше квас. Многие берут экзорт ради алакриси под кулснепом, но я считаю, что и так сойдет. Типа, у каждого своя раскачка, можете пробовать различные сборки практиковать. Окей, если облеван став, нам больше не понадобится. Есть ремнант? Оставил ремнант. Можем идти поискать его команду. Условно, джиггернаута мы убить не можем, потому что он нажмет крутилку. Братрума легко убивать под кулснепом, он не чаржнуться не может, ничего. Ультануть не может. Джаггера можно просто как-то пробовать. А, вот. Наш друг тут. Поймали Растыча. Торнадо кулснеп. Все, он наш. Бару нашли. Юзаем ЕМПшку, чтобы не было маны. Тем маны так у них уже не будет. Ману братромом выжили, там у Джаггера, скорее всего, еще будет сейчас. Так, кустуем кулснеп. Зеленок стал. Хотя нет, у меня все есть. У меня все есть для того, чтобы выжить в данной ситуации. Дастов у вас нету? Нету. Ну, значит, так вот делаем и убегаем. Пускай меня в пятером тут ищут, тратят свое время. Я еще, может быть, какой-то расту убью. Типа, что мне нужно? Мне нужно, чтобы меня... Нет, я могу верку убить. Я могу нажать стик и убить верку. Я думал, что я попал все-таки по баре, но я не попал по баре. Но бар дурачок какой-то, он бежит на меня просто тупую. Когда ему это делать не надо. Тратить на последнюю урну, купить принципе все арчит уже сейчас. Так, что мы должны сделать? Накасать кулснеп и догнать просто его через кулснеп убить. Есть ремнант? Есть ремнант. Улетает на ремнант, но можно у друга пробовать, где он. Вот его друг. Через векс бежим, нам дают вижн снайпер хороший, но под кулснепом не убежит он. Все, сейчас будет уже, ну ты види, бегаем, убиваем всю карту. Этим хорош инвокер. Он очень хорош на низком рейтинге, потому что дасты против вашей инвиз носить никто не будет, как правило. И вы будете очень быстро бегать под инвизом, так как у вас векс инвокер, ну быстро бегать под инвизом, вы все это прекрасно знаете, скорее всего. Не дают мне дофармить мой арчит. Берем макшин и векс. Хотя можно было взять лакрить, чтобы башню попушить, но тут уже не важно. Улетает у нас эмбер. Ну скоро будет арчит и эмбер доиграется так. Не сможет так делать. Пускай танчит башню с нуля мармора. Интересная история. Тут если мы залскитим башню, да ведь даже если не залскитим, у нас уже будут деньги на арчит. Не залскители. Ну, деньги на арчит есть, отлично. Все, сейчас, как мы делаем? Кастуем кулснеп, инвиз. После этого нажимаем 3 векса, уходим в инвиз. И у нас МС 490. То есть видите, как мы быстро бегаем. Сейчас забираем арчит и уже с инвизом ищем джиггернаута. То есть... Находим джиггернаута, кидаем урну, кулснеп, арчит и просто бьем его. Это очень простая комбинация. Вы можете также обузить в пабах, ребят. Берите, обузите, очень просто работает. Жаль, что у меня джиггернаут, снайпер палит, потому что то могут быть варды. Я прошел в инвизе, а он просто бегает в тупую, и джиггернаут может убежать из-за этого. Поэтому, видите, люди, как правило, рынят, с ними нужно общаться, объяснять им, что делать, слишком отсталые. Но мы это делать не будем, потому что мы записываем ролик и сконцентрируем внимание все-таки на своей игре, нежели на игре с союзников.
Отлично, башню зал скисили. Можно продолжить наш поиск, только занять куснеп так вот на кастуем тут-то, чтобы он был в первом. Ну, потому что после того, как мы вынесли виза, мы на кастуем торнадо какой-то, может быть, ИМП. Так, и у нас уйдет в инвиз в небытие, так сказать. Ну, сейчас просто подходим. Кулснеп, арчит. То есть сначала с арчита лучше начну. И просто пробиваем его так. Даже не нужно сбивать ему щит. Хотя, на самом деле, нужно, наверное, было. Из-за этого он выживет сейчас. Не, он не успел уйти на ремнант. Он мог выжить из-за этого. Нужно было сбивать щит сразу же. Я тут ошибся. Бара зря со мной дерется, наверное. Потому что меня вообще из карты вытолкнул только что. Кидаем наверх так, добьем уже арчит плюс кулснеп. И добиваем. Расходят богов, берем ддшку, потому что мы, поскольку у нас есть уже арчит, у нас очень много ддшка дает. Так, кастуем спиды, бежим на вексах, ультует джиггернаут в медузу, он ее скорее всего не убьет сейчас. Медуза его убьет, надо экспу получить, плюс зря турны, не успели. Экспу получили, зря турны нет. Урну давать не будем, просто будем пушить. Возьмем экзорт для того, чтобы накастовать алакрити, дать себе алакрити и побить под алакрити супер быстро. Запулеметили башню. Так, теперь опять кастуем кулснеп. После этого кастуем инвиз и бежим. Бежим искать цель с арчидом. Инвиз. Сейчас, правда, перекастуем еще разок, чтобы инвиз оказался в жопе. То есть кулснеп кастуем и уходим в инвиз на вексах. Бегаем на вексах с огромным мессом 490. Ищем цель. Арчид, кулснеп, урна, минус противник. Любого героя на карте умирает, главное только не подставляться особо. Так, видел Эмбера, но походу у них в центре тут стоит, раз он решил убежать. Непонятно. Находим ВР-ку. Не успел, но, кстати, кулснеп, но тут и не важно особо, она и так умрет. Урну зарядили. Следующую цель смотрим. Так, Эмбер нападает на скоросмагу, Эмбер стоит ремнант. Сайленс у нас нет на скоросмаге, у меня сайленс КД. Поэтому ждем отката инвиза и нападаем еще раз. То есть это как, знаете, как Сларк с Лотаром, только куда имбалансней, что ли. Ну и требует исполнения чуть более сложного. На старте две кнопки нажать, тут три кнопки нажать. То есть, ну, не особо разница чувствуется. А дальше у нас выбор. Либо мы покупаем, как делают проигроки, Мидас, либо Мидас, либо Аганим. Либо мы покупаем именно, как делают паберы, всякие Драголенсы, Мейлштормы, которые тоже усиляют наш урон. Форстафы, Хурикан Пайки, то есть, знаете, именно на физурон. Потому что Cross-X Invoker прежде всего оценивается как физушник хороший. Он очень сильно бьет руками. Слишком большой урон с руки, 126 плюс 56, это много. Плюс 54, я имею в виду. Поэтому нужно определиться, что мы хотим от этой игры. Sunstrike. Да, сейчас дам. Находим Эмбера, даем... Не знаю, давайте лучше раз убьем. Эмбер, и так все плохо. Опять нашли одного, убили по фасту. Таланты нужны ли тут дальше? Действие кулснеп, одну секунду можно взять. Давайте тогда возьмем действие кулснеп, только для этого придется взять еще другие таланты. Возьмем, наверное, касание метеора, чтобы в будущем легче линию отпушивать. Так, инвиз у нас на КД 10 секунд. Есть ли манта? Нет, манта, он вообще БФ делает, поэтому манта будет не скоро. Он сейчас пойдет в этот лес фармить, я знаю, джиггернаутов, они обычно всегда сюда идут. Если тут варда, конечно, нет. Окей, идем в инвиз, только потому что у нас урона хорошая. Да, нас тут видно было. Нас тут было видно, потому что видели сами, повышел сюда кинулся, развернулись, какие инвиз на хаге ушел, у них тут вар стоит. Мы в инвизе, главное, спалиться на крипах, вот так вот обойти аккуратно. Ой, спалили. Ну, думаю, не успеют проклекать мышкой его. Все равно есть шанс поймать противника. Но они все зажаты на базе, ничего не делают, просто стоят. Они просто боятся портить КД, но они не собираются побеждать в этой игре. Поэтому купим Мейлштором. Попробуем с Мейлштором можно нормально поиграть. Не будем огонь покупать. Тут, ну, это такой, знаете, right-click invoker. Очень просто в исполнении и очень силен также. На низком рейтинге работает на ура, поэтому обусти до 5000 без проблем. Мы знаем, что вард, вард, конечно же, не будем. Пусть боятся. Боятся меня, боятся. Но меня это радует. Бояться значит уважаю. Оля, просто убить его. Зарчит. Да, могу. Нет, тут раста рядом. Могу, значит, раста убить, зарчит. Все, там будет чарш в бар, и он за спиной у него стоит. Я очень бы хотел его убить. Так и думал, так и думал. Он в центре стоит, ну вы сами видели. Один против пятерых, так сказать. Жаль, конечно.
Интересное решение от Расты, поддержать меня под дайсволом. Могу как-то замедлить? Я мог пробовать дать ему cool snap, но я пробую через торнадо его поймать. А, там виндран первого левела. Вот так вот мы трех размотали. Тяжело, конечно, убегать одному от пятерых. Ну прикольно, что никто, они с интрями обставили, сидят на базе, ничего не делают. Но мы-то знаем, что наш герой может. Можем развернуться, нажать три класса, 60 хп регена в секунду. И убиваете меня. Возмездействие кулснэп, потому что, ну, в этой игре, мне кажется, профитней под кулснэпом побивать противников. Не знаю, что он хочет. Я ему дам сейчас просто... А, ладно. Отлично, убили мы противника. Огромный у нас реген. Прям супер огромный. Интересное решение, просто тут чарш и баш. О, чарш я имею в виду и даст. Ну ладно, сам решил. Но на самом деле вы можете брать дух for spirit, я просто в этой игре делал cool snap, так как я всех убиваю через cool snap. Но дух for spirit куда профитнее зачастую. Я хотел торнадо отбросить, оно на КД было. И стики не успел нажать. Но меня все дали. Это моя команда должна их убить. Просто все дали в меня одного. Ну и все правильно. Я бэбэк не закончу эту игру. Нет смысла ждать. Можно еще даже боковые лавки докупить себе на скорость атаки урон. Хотя можно и демонейдж купить. Почему нет? Я мог уйти в инвиз. Да, я мог. Но я хотел отбросить торнадо и убить их. То есть бывает такое, что мы хотим сыграть агрессивно, и это немножко не срабатывает. Вот они поняли, что они меня убили через 5 ультимейтов, а сейчас они чуть больше делать не могут. Я ошибся только что с Алакрити, нужно было давать его на катапульту. Хотя он сейчас на ХГ зайдет, я дам. Она просто очень сильно будет убивать. Тригенимся чуть-чуть. Лакать на катапульту и смотрим, когда бах. Можно показать его, пожалуйста, нет? Нельзя. Барыч побежит, но я торнадо отброшусь. Надо так отброситься так, чтобы на медузу тоже не мог чаржиться. Бара, я жду тебя. Послушный, послушный матч. Ладно, давайте закончим уже потопа, просто несем все через Форжей и Алакрити. Надо, чтобы я башню танчил, а не Форж. Форж наносит нормального количества урона. Перегинемся чуть-чуть. Ну как чуть-чуть, нажали просто три кваса и фоловые. Минус база, то есть 20 минуты, ребят. Получаете. Обусти в пабах, ребят, это несложно. Ну, надеюсь, вам понравился ролик. Я не могу показывать его до конца. Все прекрасно понимают, что эту игру я уже выиграю. Тут нет вариантов Эмбера, нет ничего, чтобы дефать. Он вообще юб покупает. Почему я не могу показывать до конца? Потому что я спалю идею этого аккаунта. Мне негде будет записывать игры. Ну, опять же, если у меня новый аккаунт. Я не хочу, чтобы банили еще один аккаунт, только потому что я покажу в конце игры. Поэтому особо, конечно, пронырливые хейтеры и так найдут ID. Я же постараюсь его не палить, поэтому спасибо за просмотр, ребят, подписывайтесь на канал, всем пока.